Заброшенный пост ГАИ при въезде в Алагир планируют заменить на новый объект. Сооружение построили в 1984 году. Автор проекта – архитектор Валерий Савлаев. Объект стал одним из символов города. Теперь на его месте может появиться другая конструкция. Районная администрация объявила конкурс. Свой проект может представить любой желающий, вне зависимости от профессии. Оставить свою заявку можно до 28 декабря. Изначально сооружение хотели снести, но жители района обратились с просьбой сохранить его. Что именно появится у въезда в город, решат народным голосованием. Вынесем на обсуждение, и уже мы сами не можем это выбирать, потому что народ был возмущен до этого тоже, что мы хотели снести. Просто мы не видели другого решения, у нас не было. Но если что-то интересное будет, значит, мы будем уже в бюджете заложим финансовые средства и осуществим этот проект.